Вы на канале магазина Strikeball Sport. Обзор на коллиматорный прицел AES Mini Reflex. Это реплика коллиматорного прицела Zigzaur Romeo 3. Прицел отлично подойдет для автоматов, пистолетов, пистолетов-пулеметов и дробовиков за счет своего компактного вида. В комплекте с прицелом идет высокая планка и резиновый чехол. Корпус коллиматора выполнен из анодированного алюминия с правильной маркировкой. Крепление его производится на рис-планку с зажимным винтом. Шестигранник в комплекте. Для питания коллиматора можно использовать батарейки типа CR2032. Батарейки устанавливают сбоку. Для того, чтобы включить коллиматор, нужно нажать на кнопку и настроить прицельную марку по яркости. Покрытие линзы антибликовое. Коллиматорный прицел хорошо подходит для карабинов системы AR и автоматов АК-серии. Также за счет малых габаритов хорошо подходит для пистолетов и пистолетов-пулеметов. Его вес 68 грамм с батарейкой. Технические характеристики и наличие вы можете найти на нашем сайте. Ссылка в описании под видео. Спасибо за просмотр. Пока!